Меры поддержки сельского хозяйства обсуждали сегодня на заседании Кабинета министров. Как заявил Дмитрий Медведев, власти на местах должны оперативно принимать решения, которые касаются субсидий аграриям. Деньги на селе должны получить вовремя. Премьер также отметил, ограничения на поставки импортной продукции, принятые в последние полтора года, оказались выгодными отечественному АПК. Мы добились значительных, я считаю, успехов с точки зрения продовольственной безопасности в последние годы. По итогам прошлого года обеспечиваем себя не только зерном, но и картофелем, сахаром, растительным маслом, а также мясом и мясопродуктами. Есть и проблемные зоны. Это молоко, овощи и фрукты. Здесь есть что подтягивать. У нас пока производится этих продуктов не вполне достаточно. И несмотря на то, что они в абсолютном количестве тоже растут, но тем не менее здесь есть что поддержать.